Всем привет! Я давно не снимала влогики, и сегодня я захотела вам снять влог. На сегодня четверг. Какой? 4 мая. Вот, через 2 дня или один, как хотите, считайте. 6 мая у меня день рождения. Вот, я не знаю, когда этот влог выйдет. Скорее всего, завтра, 5-го. Ну, или же сегодня, не знаю, посмотрим. Вот, ну, в общем-то, я сейчас собралась гулять. Гулять я, конечно же, пойду не одна, а вот с такой вот зайкой. Это Алиска у нас. Вот, мы пойдем с ней гулять. Она у меня тут что-то одета в панамке, я не знаю, почему я ее так одела. Смотрите, какая у нас новая игрушка. Кто-то ее уже видел, кто-то не видел. Вот такая игрушка. Сейчас будем собираться идти гулять. На улице у нас достаточно тепло, и покажу, что я одену. Одеть я хочу вот этот наш костюм с кисой. Вот, он теплый. Вот внутри он тепленький. К нему я также одену вот такие розовые наши ботиночки. Такие на мягкой подошве. Вот. Также одену вот такие вот носочки. Я не хочу одевать шапочку, но возьму вот такую повязку. Оденем повязку. Возможно, и не будем одевать. Но шапочку я не хочу одевать. Как вы видите, там реально тепло. Так вот мы с Алиской собрались. Такая кошечка у меня сидит. Берем игрушечку. Пеленочку берем. Потому что если вдруг мы пойдем, куда люди там будут. Люди же любители заглядывать в коляски. Я уже вышла с Алисочкой. Тут у нас собака. Я ее сейчас прикрыла пеленочкой, потому что мы пока что на солнышке. Чтобы лучи солнца не попадали на роспись. Потому что это очень плохо. Так. Сейчас я вам ее покажу буквально. Вон она сидит пока что. Сейчас мы уйдем в тенечек. Тогда я ее открою. Сейчас мы еще дождемся маму. Выйдет еще мама. Мы пойдем на Валберес. Получим там посылочку. Вот такая вот красота, коляска прям супер. Вот я Алиску открыла. Вы скажете, блин, солнышко на ней светит. Но я сейчас ее прям буквально проедем. Солнышко тоже полезно. Такая киска. У нас очень тепло у нас. Я вот сейчас иду в толстовке, мне достаточно жарко. Поэтому я ее легонько так одела буквально. Собака, собака, пойдем. Он гуляет у меня без поводка, рядышком идет, поэтому прям с ним удобно гулять и с Алиской тоже вместе. Сейчас у нас тут идет строечка, поэтому нам надо сейчас это как-то все объехать. Мы пойдем к новому дому. Можно там обойти, но там как бы надо идти по земле. Тут-то тоже надо будет идти по земле. Куда пойдем? Мы пошли по земле. Пойдемте. В принципе, у нас коляска нормально едет, и тут, в принципе, земля тоже ровная. Пойдем. Пошли скорее. Иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Вот такой умничка он у меня. Умничка. Умничка, да. Кто там? Кто там? Пойдем. Близко сидит такая. Классненькая. Не, коляска очень, ребятки, удобная. Я думаю, мы с этой колясочкой летом путешествуем куда-нибудь-то. Или в другой город поедем. Вот. Или же в деревню поедем. Так, мы сейчас идем. Вышли уже на дорогу. Собаку взяла на поводок, так как тут машины. Он мне под колеса бросается сам. Без машины. Что за собака? Так, мы уже пришли там, где я смогу его отпустить. Ну, а Алиска у меня глядит. У нас тут так все зазеленело. Посмотрите, вот там вот тюльпанчики. Сейчас я вам покажу. Какая красота у нас тут. Мы гуляем, сейчас ждемся маму. Ходим. Но на улице прям шикарная погода. Бабочка-капустница. Ой, ветер вообще супер. Все прямо идут. Надо всем заглянуть в коляску, посмотреть, кто там. А там Алиса такая. Привет, глазастик. Она вообще такой глазастик милый. Сейчас мы, наверное, отойдем на травку. Вот. Стоим. Коляска так прибежит, когда неровная.
поверхность. Это можно понять. Так, сейчас я ее прикрою пока быстренько, потому что солнышко. Ну так, прикрою. Иди сюда ко мне. Прикрыла, потому что, видите, с одной стороны солнышко. А тут тенечка-то и нету практически. У нас тут все в солнышке. Ну вот тут есть. Ну как-то тут не слишком в одуванчиках. Все, хочу в одуванчиках вот туда прям. Пойдем. Сейчас пройдем туда. Надеюсь, никакая здесь оса не сидит. Я потому что ос очень боюсь. Это я подумала, что-то жужжит, не поняла что. Так, едем, едем, едем. Мы сейчас все тут одуванчики. А, ну нет, мы их не ломаем. Во, смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Правда, тенечек бы, блин. Во, какая красота просто. Просто прелесть. Вот сюда можно отойти. Сейчас отойдем. Ой, боже, собака. По травке ездим. Во, вот это красиво, смотрите. Правда, одуванчики все в другую сторону немножко смотрят, но вот так вот. Ой, тут кто-то летает около меня. Какая-то оса или муха жужжащая. Пойдемте выйдем отсюда. Не, ну погода шик, конечно. Нам прям вообще безумно нравится. Так, мы сейчас пойдем на один Валберес. Там нам приехал стеклогранулят. Вот, заберем для куколок. Сейчас ждем, когда светофор прогорит. Пойдем. Кстати, мама уже подошла. Вот, поэтому сейчас идем. Так, мы сейчас стоим, ждем маму. Мама пошла на Валберес. Мы сейчас подошли к фонтану. Ты куда залез? Акробат. Алису мы тоже открыли. Вот такая лохматик. Сидит такая сладкая булочка. Фонтан. Красота. Так, Саймон. Саймон сел рядом с Алисой. Точнее, Алиса рядом с ним. Сидит такая. Давайте соску уберем. Решила посмотреть, что это тут у нас такое красивое. Саймон. Вот что тебе коляски-то нужны? Ее она тут напердела, что ли, пока лежала? Она напердела. Фонтанчик. Пусть все смотрят на нее. Такая красотка. Мы перешли дорогу. Сейчас пойдем по аллее. Вот. Пеленочку я сняла, потому что у нас дует ветер, и он автоматически сам ее сдувает. Вот. Поэтому нет смысла. Погода, конечно, хорошенькая. Такая. Такое небо облачное. Прям вообще класс. Красота. Правда, у нас тут еще ремонт делают. Но вот такая вот красотища. Тепло. На самом деле, я когда собирала Алису, я думала, будет холодновато, и я ее одела очень тоненько. На самом деле нет. Очень даже тепло. Мне уже очень жарко в толстовке. Вот. Но я ее не снимаю, потому что я не взяла никакую корзинку даже. Точнее, не корзинку, а сумочку даже положить куда. Я что-то не взяла, не подумала. Так, мы сейчас пришли к новому дому, к новостройке, вот. Алиске сняла капюшон, а то жарко прям аж. И убрала капюшон. Ну, точнее, сняла капюшон с головы и закрыла капюшон на коляске. Вот. Волосы поднимаются из-за того, что ветер. Поэтому она такая лохматая. Расческу я не взяла. Сейчас идем на Валберес. Вот. В общем, нас бросила мама. Ладно, супер. Она пошла просто... Блин, Саня. Она пошла просто в пятерочку. Ну, а мы пойдем сейчас на площадку. Вот, Алиске поставила игрушечку. И этот обниматься хочет. На, мячик тебе. Твой. Вот. Алиска с игрушки сидит такая, глазастик.
Мы на площадочке детской сидим. Да? Такая тут маленькая площадочка. Вот. Вот. Вот так. Я сижу до сих пор. Саймушка тоже. Здесь вот Алиса в колясочке. Да, вот. Этот дворик. Я сижу, жду маму. Мне уже солнце припекло очень сильно. Мне прям жутко. Жутко-жутко жарко. Алиска, благо, в теньке, у нее вот козырек есть, он ее защищает очень хорошо, прям и пеленочка. Вот. Потому что Алисе нельзя на солнышко, потому что она кукла реборн. И реборным вообще нельзя на солнышко. Так что нам тут мама купила. О, мама купила детские салфеточки. Как раз пюрешку Алисе и печеньки. Алис, тебе купили покушать. Как раз. Покушаешь и спать. Сейчас будем кормить. Так, Алиса у нас вылезла из коляски. Сейчас я хочу ее немножко прокатить где-то на аттракционах каких-нибудь, там, на горочке, вот, пока мы здесь. Потом покормлю уже, и потом в спадке будет укладываться. Я ей одела капюшончик, чтобы волосики не вздымались. Не вздымались. Не поднимались. Вот, давайте пойдемте ее где-нибудь покатаем. Вот такая зайка, боже, такая прелесть, я не могу с ней. Так, ну что, давайте покачаем ее, что ли. Так, сажаем. Так, Алиса, садись. Держись вот так. Оп. Давай. Да, осторожненько будем, потому что не держится она. Оп. Раз. Ту-ду. Два. Ту-ду. Три. Все, прелесть. Прелесть, просто прелесть. Пойдем. Давайте с горочки. Давай. Так, Алиска залезла. Садись. Ой, горка грязная, правда. Ну ладно, сейчас прокатим все равно ее. Костюм все равно стирать уже надо. Давай, раз, два, три. Опа. Опа. И тоже сейчас ее сфоткаем на этой горочке. Кошечка какая. Мы пришли к цветочкам. Тут такие классные цветочки. Не знаю, что это за цветочки такие. Черемух? Нет, это кустик. Это не черемуха. Что это такое, я даже не знаю. Собака, конечно же, сразу пришла. Ну, и Алиса тоже играется. Тё, тё ты. Ой-ой-ой, нет, не садись, Алиса. Мне придется и кроссовки стирать, и все стирать. Божечки, я не могу над этим ребенком. Ну, куда садишься-то? Интересно. Алиса залезла на ручки. Сейчас мы мячик поднимем. Я вот думаю, на сеточку ее может посадить. Будет лазить. Алиса у нас только сидеть может. Только сидеть. Тюк. Отбила. Но не поймала. Лови. Ай. Тюк. Да. Алиса, Алиса. Залезай. Будешь залезать? Давай. Карабкайся. Ой, божечки, я не могу над этим ребенком. Так, в общем-то, ребятки, Алиска у меня уже заснула, даже не стала кушать. Вот, мы сейчас уже идем потихонечку домой. Я ее дома уже уложу, сама пойду по делам, а потом уже попозже, когда проснется, покормлю ее. Вот так. Ребятки, Алисочка у меня проснулась, она поспала у меня буквально полчасика, вот расплакалась, хочет кушать, сейчас буду ее кормить, сейчас я отстегнула уже ее, потому что домой, когда пришли, не стала отстегивать, а то мало ли разбужу, она сама, вон, видите, спит, я полчаса встала. Оп. Так, раз снимаем.
Я сейчас с нее сниму этот костюм уже, потому что все же мы с ним гуляли на улице. Так, сейчас мне неудобно, и вот эти ботиночки сниму. Так, Алисочку я уже раздела. Вот. Лохматик такой. Сейчас буду ее кормить вот этой пюрешкой. Алиска, все докушала. Докушала все. Я закрываю. Сейчас пойдем ротик мыть. Пойдем. Просто посмотрите на этого лохматика. Посмотрите на этого колобочка. В общем, я ее вымыла, ротик ей. Такая вот. Правда, мы когда мылись, мы немножко я замочила свою кофту. Вот я ее сейчас подняла рукав. И немножко Алиски намочила ботик. Сейчас хочу ей его переодеть. В общем, ребятки, я уже одела Алиску, причесала ее, такая вот лапулечка. Я ее сейчас пойду укладывать спатки, ну а сама пойду по делам. Спасибо, что посмотрели этот влог. Спасибо большое, что вы смотрите до сих пор нас. Подписывайтесь на нас, очень безумно приятно. Давайте сделаем так. Будет много лайков и комментариев под этим видео. Мы снимем вам сразу же следующий влог. Давайте, если будет комментариев 15 от разных людей. В любом случае, даже если их не будет, мы вам снимем влог. Но если они будут, мы будем прям уже сегодня снимать второй влог. Вот. Так что давайте, постарайтесь. Обязательно просто пишите комментарии, потому что это очень приятно. Что-то я затянула конец. Ставьте лайки, подписывайтесь. Где можно заказать куколок, оставляю в описании под этим видео. И всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пик.